Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы, всадники и олуха. Так, четвертый день, 35 рун забрали. Так, мне интересно знать, есть сегодня ли какое... О, да, событие, охота и сопротивление. Это мы хорошо подоспели. Ну что, сегодня будем пытаться пройти. Так, а вот у нас и беззубик, что он нам принесет? Яйцо? Ага, то есть у нас выбор, либо два яйца... Либо рыба. Мне кажется, выпадет рыба. Нет? Ха. Ну давай, заберем. Я уже не помню, кто в этом яйце у нас. А-а-а, кипятильник. Ну что же, я его заберу обязательно, этот кипятильник. И что дальше? А, во-первых, нам нужно потратить древесину. Так, давай сразу же отправляем нашего ветрокрыла. Заберем здесь сундук. 130 тусклого янтаря. Отлично. Ребята, пытался тут зайти в хищной машинке. Третью часть почему-то перестала заходить. Было обновление, я обновил игру. И после этого все, ребята, просто вылетает игра. Даже не успевает, грубо говоря, там что-то прогрузиться. Попробовал на многих эмуляторах. Не прокатывает. Та же самая ерунда. Единственное, что получилось зайти у меня на айпаде. Но дело в том, что там прогресс надо начинать с нуля. То есть там совсем другая, как говорится, учетка идет. И я не знаю, что делать. Я уже и переустанавливал игру, и все. Так что, блин, жалко, конечно. Там далеко я ушел, и прогресс там неплохой. Так что вот я не знаю, что и делать. Так, что же мне с тобой... Может, тебя прокачать? Нет? Так, пока постой здесь. Подумаем, что с тобой делать. Так, тебе за рыбой. 86 уровень. Тоже пока постой. Мне надо определиться. Кого прокачивать и кого лучше прокачать. Так, это у нас мрачношип. Ну, мрачношип я в любом случае прокачаю. Он не очень требовательный. Ты-то у меня в конце концов будешь сегодня становиться... Нет, какой там, ребят, она пока вот столечко вот не останется. Они будут до последнего здесь выколбучиваться. Ну а ты... Я просто не могу, ребята, дальше их прокачивать, пока они не получат статус титана. Вот в чем беда-то все. Так, ну что же, ладно, древесина. А тут рыба, а там... А ты-то что у меня просидел? А-а-а, ты ждешь... Вот оно что. Ты ждал, когда я тебя прокачаю. Видимо, у меня рыба в тот раз закончилась, и я не успел. Все, я понял свою ошибку. Так, ты за рыбой. Так, ты квиброн. Ну-ка, давай-ка мы... До какого там? О, до 51 уровня. Иди... Блин, святилище Валки занят. Ну, ну как так, а? Неплохо. 55 рун заработал. Кстати, вот это вот можно будет, ребят, тоже разобрать. Только вот стоит ли? Вот только стоит ли тратить 240, извините меня, рыбы? 240 миллионов рыбы для того, чтобы убрать. Блин, у меня опять с древесины завал. Так, ну, естественно, бесплатно. По древесине опять завал. Что будем делать? Так, ну-ка, смертушка. Даешь мне чешуйку, да, свою? Давай, иди, лази там. Рыской. Ну, а ты что смотришь? Так, он дает мне птичье гнездо. Мы его тоже, ребята, отправляем. И последний, где у нас там наш? Вот он. Дает какую-то статуэтку мумии, что ли. Теперь вот надо подумать. Либо тебе... Но этого, наверное, будет попроще, наверное, ребят. Хотя этот у нас... Не, давай все-таки его. 86 уровень, и все. И все, ребят, и на этом... На этом у меня древесина закончилась. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут. Угу. Так, получаем с тобой одну награду. Сейчас вот здесь вот доберем. И что же там за наградка-то у меня? 30 рун. Ну что, ребят, скоро будет 2000 рун. Маловато, правда, но...
Лучше пускай так. Что бы с тобой-то сделать, а? Давай-ка мы, наверное, тебя отправим вот так вот искать нам железо. Так, ну и беремся теперь за наших маленьких охламончиков. Так, сарделечка, ты мне даешь... О, яйцо. Я думал, он выдаст шестеренку. Так, предупреждение Дагура. Пускай он там предупреждает его. Обучает Ципу. Ты что у нас тут? Ну, янтарь тусклый, да? Понятно. Наладим контакт. Бесплатно, естественно. И... А, Грамгильда у нас уже улетела. Она у нас улетела. Так, еще награду получаем. Опа, 250 опавших листьев. Это всего лишь 1000, а 22 дня всего осталось. Ну, не знаю, друзья, не знаю, что у нас из всего этого выйдет. Но знаю точно, что мы с тобой открываем пак бесплатный. И тут у нас крылатый ужас, шторморез, громобой. И все. Крылатый ужас и громобой, всего лишь 2. Ну, давай возьмем. Так, монеты Одина забрали, и сам пак. Шторморез, кревет, шепот смерти. О как. И немножечко нам выпало рун. Так, фонари. Найти еще. Ну, ладно, фонарь мы нашли. Так, на обменочку есть. О, 4 штуки. Опять сезонка. Забираем. Так, ребят, ну вроде бы тут все разобрали. Всех от... Ага, всех. Всех, да не всех. Слушай, а у нас на поиске... Он же может какого-то, по-моему, нового дракона искать, если я не ошибаюсь. Я ведь точно помню, что какой-то новый дракон у нас доступен. Я хочу сейчас глянуть. Мелкомрак. Ага, есть, есть, есть. Вот у нас нету огнеборца. Остальные все спасены. Ну, ты видишь прекрасно. Спасены, спасены, спасены. А значит, нам нужен... Значит, нам нужен огнеборец. Но для этого нам нужно повысить до 93 уровня. До 93 уровня. Хо-хо, не хо-хо, ребят. 200 лямов он требует. Нет, мне проще, наверное, его отправить, друзья, в... Приключения, пока. Так, а что у нас тут? Древесина еще завалялась. Немножко, правда, но тем не менее завалялась. Ладно, парень, иди пока добывай древесину. Пока другого задания для тебя не нахожу. Так, с рыбой, походу, все, да? Рыбные места у нас все заняты. Как бы мне хотелось, конечно, его в титаны перевести, тыквы брона, но... Святилище Валки занято. Прям так и написали. Занято святилище. А здесь... Блин, 103 уровень. Ё-моё, я и забыл. Я все время забываю про этого кошмарного плестиголова, ребят. Вот серьезно говорю. Постоянно забываю. Ну что, ладно, наверное, настала пора нам... Так, давай-ка откроем, наверное, пак... Шторморез, кревет, громоль. Громобой защитник. У нас последний, да, остался, получается. И бежим на события. Бежим на события. Где оно у нас? Вот. Охота и сопротивление. Ну-ка, на одну заходочку. На одну, ребят, заходочку, как мы видим. Раз, два, три, четыре. Да, 5 поединков. Поехали. Ну, первый у нас наградой будет пак загадочный. А в конце мы получаем с тобой листья. Так, кстати, у нас здесь стража получается, да? Мы против стражи будем воевать. Не очень, конечно, хорошая команда. Надо будет их дебафить и, соответственно, делать прокусы. Так, громобой, успокойся, пожалуйста, а? Так, древоруба надо ушатывать. Сейчас пыхнет. Сейчас, ребята, пыхнет. Это как 2×2. Он предсказуем. Ладно, я думаю, что мы все-таки на следующий ход успеем захиляться. Этот все равно нам ничего зуба такого не сделает. Так, вот хиляемся. Почти по фулке.
Блин, сейчас он опять же сделает свой удар. Ну, блокировка, ладно. Можно хинуться, но я думаю, что все-таки не стоит. Просто вот так его уничтожим. Последняя волна, 2. Ага. Крылатых змеевика у нас тут получается. Но здесь уже, ребята, и шустрики, как мы видим, да, и... бойцы. Бойцы, борцы. Ну куда ты, куда ты, куда ты, парень, себе усиление вешаешь, а? Я, наверное, сделаю вот так. Плюс отхил. И, надеюсь, добьем. Шикарно. Ну что, крутанем рулеточку. И дадут нам здесь рыбу. В малых, конечно же, количествах. Зато мы заберем с тобой загадочный пак. И награда-то в конце, ты посмотри, смешная. 100 листьев. Ребята, 100 листочков всего лишь. Не 250, не 500, 100. Меньше можно было бы только 50 предложить или 10. Так, душитель, да, значит, душитель и морозник. Ну что ж, давай. Блин, и опять начинаю косячить. Нам надо было начинать с душителя. Ох, сейчас будет плохо, ребята. Сейчас будет плохо. А, он потратил энергию, тогда все, все норм. Сейчас хильнемся. Хильнулись. Так, ну это не жилец, сразу тебе говорю. Я его уничтожу. Так, и теперь твоя очередь. Но опять же, не забывайте, ребята, что это только первая волна. Мы смотрим, что у нас на второй. Угу. Это потерпит пока свои участи. Давай-ка мы разберемся, наверное, вот с этим в первую очередь. Пока он тут не начал себя усиливать, ну, все, что он любит. А с Громылькой мы разберемся чуть-чуть попозже. Я думаю, даже через отхил мы его сейчас уничтожим. Точнее, уничтожим этого через отхил, а здесь нанесем немножечко урона. Пумс. Ожидаемо на самом деле было. Так, давай лечимся. И добиваем. Ну что, очередная рулеточка. Забираем опять древесину. Опять же в малых количествах, как ты видишь. И тут у нас 1000 тусклого янтаря. Так, это мы забрали. Ну что, переходим на третий поединок. И давай посмотрим, кто у нас тут. Так, пристиголовый плюс кревет. Ну, ребята, если они у нас, получается, шустрики, то они, по идее, должны сейчас быстренько от нас схлопотать. Единственное, что против шустрых не очень хорошо действует мой кривоклык, потому что он у нас все-таки воин. И он больше идет против стражи, чем против этих хитрецов, но тем не менее. А этот не успокаивается, смотри. Ох, ё-моё, как влупил. О, так, что у нас тут? Тут у нас хитрый, шустрый, ну и, соответственно, танкуля, да? Сделаем так. Так, начинает, ребят, как обычно, с понижения брони. Этот, кого будет бить? Естественно, того, у кого меньше брони. А этот в барсика решил бомбануть. Ну что ж, тогда давай сюда ударим. Замечательно. Ай-яй-яй, чуть-чуть, буквально капельку не хватило ему добить. Это ничего страшного. В принципе, барсик может, но мы сделаем лучше вот так вот. Опа, хорошо. Что он сейчас будет делать? Ну, глушить, да. У него, ребята, на трех энергиях идет оглушение. Поэтому он его, естественно, использовал. Так, хиляемся. Ну и на следующий ход мы его, само собой, ребят, уже добиваем. Здесь нам выпадает опять же рыба. И опять же очень мало. Ну что, забираем с тобой ареновский пак, который содержит новичков.
Это шепот смерти, это кревет, это шипорез и все. Ну что же, вот и доперли мы до мини-боссика с тобой. Так, две волны, надеюсь. Так, древоруб, сразу, ребята, отметку делаем на древоруба. Это знаешь, как в многих играх есть, особенно такого плана, метку ставишь. Это типа приоритет, кого бомбить в первую очередь. Хотя на самом деле я здесь немножко неправильно делаю. Древоруб древорубом, но тут есть, как бы тебе сказать, и получше враги, которых мы можем, во-первых, быстрее разобрать. Потому что так мы будем этого пока колбасить. Мы тут сможем с тобой столько отхватить горе. Тем более пониженная атака, ты посмотри, на всех. Почти на всех, ребят, висит пониженная атака. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Сейчас через отхил уничтожим. Ага. Он ускорение сделал, да? И сейчас еще этот пламенем будет шпарить. Ты посмотри, как они разыграли здесь хорошо, а? Прям молодцы. Но мне не нравится то, что вот здесь, друзья мои. Здесь ускорение идет. И три энергии. Сейчас опять пламенем будет шпарить. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ядрить тебе на корень. Да вы серьезно, что ли? Давай все-таки так сделаю. Нельзя, ребята, позволять ему три энергии. Если, если он сделает три энергии, то все. Зажарит он моих голубчиков. Это я тебе точно говорю. Поэтому мы сейчас делаем вот так. Плюс хиляемся опять же. Ай, я думал добьем. Я думал добьем, друзья мои. Но не добили. Ладно, ничего страшного. Тут, по-моему, у них со здоровьем вообще беда. Конкретно идет. Давай-ка я все-таки вот этого уничтожу. Так, барсик бьет сюда. Уничтожаем. И остается у нас тройной удар. Всего лишь один тройной удар. Я думаю, уже с ним мы справимся. Вот и все. Ну, давай что-нибудь путевое. Вот пак, например, можно. Ну, рыбу, в принципе, тоже. В принципе, от рыбы я бы не отказался. Так, друзья, ну что, вот у нас и последний с вами поединок. Деремся за 100 листиков. Ну, смешно, серьезно говорю. Просто смешно. Сколько волн? Две волны. Ну, в принципе, вот здесь команда очень легкая. Шепот плюс крылатый змеевик. Давай, наверное, вот с этого начнем все-таки в первую очередь. Сейчас они будут втроем ходить. Ого, неожиданно. Неожиданно, что у моего кривоклыка уже половины здоровья нету. Сюда, так, теперь сюда. Понижаем. Понижаем, ребят, защиту, чтобы как можно быстрее его уничтожить. С этим разберемся позже. Вначале вот. Отлично. Вначале с приспешниками. Нормально. Так, теперь хиляем нашу команду. Что он сделает? О, парень. Да ты еще и косишь. Ну тогда извиняй. Сейчас, ребята, уничтожим его. И, в принципе, все, событие будет... А, погоди, какое событие будет пройдено? Это только первая волна, что-то я... О, вот она, основная команда. Вот он у нас босс, промахнулся который. Так, вот этот престиголовый мне не нравится. Стоит ли нам? Я думаю, что пока хиляться нам, ну, не стоит, ребят. Раз, два, три, сейчас, значит, втроем сходят. Блин, а престиголовый, по-моему, попадает под суперудар, да? А, нет, этот потратил энергию. Ну, тогда они попадают под мой отличный удар. Так, давай лечиться. Вот с этим нужно, ребята, разобраться, потому что он... Насколько я помню, он кислотный у нас. Он ядом пользуется. Промахнулся солидно. Блин, ты посмотри, какой он тугой, а? Его только хорошо наказывает кривоклык. Остальные по нему наносят такой мизерный урон.
Кстати, ребята, у них фулл энергии. Что он сейчас делает? Ох ты. Так, ребята, он себя прокачал на атаку. На атаку, плюс у него еще и скорость. Видишь, что творяет? Видишь, что он вытворяет? Да завязывай давай уже, пацан. Блин, он только сходил, опять ходит. Блин, надо, наверное, вот так все-таки его дебафить, ребят. Вообще урон никчемный. Просто никчемный урон наносим мы ему. Неужели завалит? Нет, не должен, ребят. Все, побед за нами. Ну что, очередное колесо. Забираем. Загадочный пак. Приятно удивлен. Ну и что же, вот они наши 100 листочков. Забираем, конечно же. Пускай хоть и 100 листочков, но зато наши. Так, я Йохана забыл, ребят, навестить. Ай, слава богу, что не навестил. Здесь забираем. Угу. Так, и открываем два набора. Так, монетки. Костолом, ужас крылатый, громыль. Так, ресурсы. Ну что, что за подлагивание там? Поехали. Крылатый ужас, древоруб, громобой. Так, я вот думаю, может быть, нам за монеты, ребят, все-таки приобрести ресурсы. А именно рыбу. Давай-ка я, наверное, так и сделаю. Мне нужна рыба. Так, покупаем. Ну, конечно. Ребят, ну смешно просто дали. Очень мало. И кого же я там хотел докачать, но не успел. Блин. Вот она, память девичья. У меня же кто-то... Подожди. У меня же кто-то был. Так, 88. Ну, тут понятно, тут 112. А, вот, конечно. Твою налево, надо же забыть так. Че, обучать? Ну, лети, обучайся. А ты-то почему так дорого, много требуешь-то? Не супер ты, конечно, элитник, но столько требовать... Постеснялся бы, что ли? Тут у нас брызговик. Угу. Лети, братишка. Так, тут у нас и инферн. Тут у нас и брызговик. Тут прям вообще элита, так скажем, собралась вся. Так, цыпа. Клыкокрив. А, ну там же, да, у нас святилище Валки забито полностью. Нет, ну это, конечно, хорошо, но все равно, ребята, мало. Нам нужен еще один дракон. Еще один дракон, который пойдет у нас следом. Наверное, вот этого, да? Блин, шипотень, сколько ты требуешь? А, шипотень у меня уже на тренировке идет. А, крылатый страж. Кто там? Буйволорд. 95 уровень. Ну-ка, сколько он? 146 требует. Ну ладно, давай будем прокачивать буйволорда. Наверное. Ну а почему бы нет? Буйволорд, пускай качается. Так, ребят, ну здесь вроде бы все. Пойдем-ка попробуем набить паки. Потому что нам... Вот этот пак у нас откроется, и все, и нам ничего будет ставить. Поэтому забьем себе запасик. Ну-на-на-на-на-на. Давай сюда. Хотя надо было с молодушки начинать. Ладно, перебьемся. Вот кто. Сопливый... Да-да-да. Вот он, блин, какой же он занудный, а? Он бьет очень сильно. Да даже не то, что бьет очень сильно. Он еще, ребята, понижает броню, и все. И на этом начинается, короче... Волокита. Сейчас хильнемся. Давай сделаем сюда укус. Ну, барсик, наверное, не добьет, я так понимаю, да?
Нет, конечно. Пристеголовый. Блин, это не мой, это его пристеголовый. Я думал, что мой будет сейчас ходить. Ладно, здесь сделаем вот так вот. Мой ходит? Мой. Так, ну что, добили, а этот... Ну что-то, ё-моё, суперудар. А что у него за суперудар? Что это такое она на себя повесила? Ты посмотри. Это знаешь, что такое было? Это была контратака. Ну вот, ребятушки, и второй поединочек у нас. Музыка, правда, куда-то у нас исчезла. Непонятно, с чего вдруг. Я начинаю почему-то, ребят, сразу со скалотряса. Ну, как по мне, ну, он самый лютый именно по дамагу. По ХП он, возможно, и слабак, но именно по урону он, конечно, наносит. Во-первых, волновое пережевывание, вот это вот, это раз. И не дай боже, если он сделает себе усиление и будет под усилением пережевывать нас, вот это вот действительно будет уже беда. Ну ладно, давай, наверное, с тройным ударом быстренько покончим. А потом уже и Громоля будем колбасить. Но он фаербол это будет рад стараться запускать, 100% тебе говорю. Сейчас как бы меня не уничтожили. Ёк-макарёк, ты серьезно? Это было очень, ребята, неприятно. Я даже не знаю, сможем ли мы с тобой сейчас победить. Если я сейчас слепоту... Блин, повезло, что он промахнулся, ребят. Просто повезло нам крупно. Давай, поехали. Раз, два. Так, он будет промахиваться, это понятное дело. А у нас вот последний шанс его сейчас... Но я думаю, что добьем все-таки. Сейчас он фаербол должен потратить. Блин, да ты серьезно? Давай добивай его уже. Ну что же, нам нужно добить всего лишь двух драконов, потому что... Только после этого мы с тобой сможем получить пак вождя. Но именно двух. Не обязательно трех, но двух точно надо, да? Потому что у нас 6 из 8. Надо рыкошмыка было, наверное, валить-то. А, ладно, фиг с ним. Ё-моё, нифига себе фиг с ним. Как я ненавижу, когда они дебафят, а? Вот, друзья мои, вот серьезно говорю. Хуже не придумать. Сейчас будет пережевывать. Угу. А этот добьет. Это добьет мне моего барсика. Халявчик несчастный. Интересно, успеем мы этого? Успели. Ну что, рыкошмык? Или как тебя там? Белка, стрелка, как тебя там величать-то? Так, во-первых, хиляемся. У него фул энергии, что он там делает на фулке? Ну, он промахивается пока. Так, дебаф повешу я. Я думаю, что сейчас вот мы его и добьем. Все, допрыгался, да, кузнечик? До свидания. Ну что, друзья, вот и результат нашего похода. Эпический пак и редкий. Я считаю, что это один из лучших был забегов у нас. Плюс, конечно же, пак вождя. Громоль, шипорез, дымодышащий, древоруб, парящий прихвостень, острокрылый змеевик и круши голов. О как! И круши голов. Что уже новинка? Уже... О, уже обновил магазин, прикинь, пока мы тут с тобой играли. О, да мы еще и награду получим. Это приятно. Это всегда, ребят, приятно. Так, а что у нас там идет? Ага, загадочный пак. Получить. Значит так, костолом, шторморез, громобой. Даже еще железо получаем. Сколько? 20 штук. Ну, спасибо. Так, следующая награда будет, ребята, 500 листочков. Потом 250, потом 500, 250, 250, 500. Ну, в принципе, листочков там будут хорошо накидывать. Надо просто ежедневки делать каждый раз, и все будет у нас четенько. Так, ребят, ну что, вроде бы все на сегодня. Что можно было сделать, я сделал. Всем задачи нарезал. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.